нету удобных или неудобных вопросов. Я отвечаю на любой вопрос, который появился. Поэтому меня спрашивают там заставников моих, кто пошагает от меня. Ну, я 25 лет в одиночной камере. От меня никто не могли пошагать, потому что у меня не было общения с ворами. Не было кого воспитать, вы не было кого натаскивать. Поэтому после 25 лет как бы не о чем говорить. И в основном, кто может быть пошагатом? За Кушнера я упоминаю, потому что он на свободе, он все время с ворами там, он среди массы людей. И он и патент, от него никто не пошагали. Поэтому я так говорю. А если ты в одиночке закрыт, и никто не может пошагать, не может с тобой вообще не быть, о чем может быть разговор? Как-то так.